Всем привет, с вами Gabzor.com. В рамках лаборатории мы уже изучали наушники от компании MadCats. Да, они вернулись, это были наушники FredView 4. Сегодня в центре внимания будет механическая клавиатура Strike 4 с переключателями Cherry MX Red. Она доступна в российских магазинах, более подробная информация всегда доступна в текстовом обзоре. Ну а ссылка в описании к этому видео. Ее комплект включает наклейки фирменной стилистики, руководство пользователя и гарантийный талон. На выбор есть в белом и черном вариантах исполнения. Верхняя панель клавиатуры представляет собой цельный лист металла. Корпус не прогибается под давлением пальцев. Дизайн скелетон с поднятыми на плоскость колпачками. Боковые рамки узкие, нижняя выполняет частично функцию подставки под запястье. Она со срезом. Нанесен схематичный рисунок. И здесь же логотип бренда. Общее качество исполнения у него высокое. Весит корпус примерно 1 кг. На основании пара откидных ножек для изменения угла наклона рабочей плоскости. Есть канавки для укладки кабеля и смены стороны его выхода. Несколько прорезиненных накладок, предотвращающих скольжение по поверхности рабочего стола. Латинские кириллические символы хорошо разборчивы, они с многоцветной подсветкой, кириллица немного тусклее. За счет прозрачного корпуса переключателя создается эффект окружающего свечения вокруг клавиш. На борту традиционный набор, это Shift полноразмерный, тут Enter однорядный. На макро и медиа функции реализованы с зажатием кнопки Function, отдельных нету. На блок F1 F12 нанесена соответствующая маркировка. Подключается при помощи кабеля в нейлоновой оплетке. Само место выхода кабеля притоплено на основании, оно защищено от излома. Данная клавиатура поддерживает управление с помощью утилиты, загружаемой с официального сайта, выполнена в виде одного окна. В главном окне выбираем частоту опроса в диапазоне от 125 до 1000 Гц. Поддерживается три профиля. Для выбранной клавиши можно выставить действие. Редактор макросов с возможностью редактирования, выбора эффекта подсветки и дополнительных параметров тоже есть. Определяется корректно сразу после подключения. Длины кабеля достаточно для размещения на удаление от системного блока. Два уровня наклона рабочей плоскости. Расположение клавиш тут классическое, времени на адаптацию не потребуется. Здесь используются переключатели Cherry MX Red. Это тихие механические переключатели, полный ход 4 мм. Точка срабатывания 2 мм. Они хорошо себя показали и при наборе текста, и в сетевых играх. Очень быстрая реакция, и в течение тестирования мы как раз набирали на ней текст. По уровню шума давайте оценим. Из особенностей конструкции можно отметить отсутствие выраженной подставки под запястье, хорошие возможности по кастомизации с выбором эффекта подсветки. Как итог, получаем механику с традиционным набором клавиш, оснащаемую Cherry MX Red. Из минусов может не устроить отсутствие отдельных макроклавиш и отсутствие подставки под запястье. С удовольствием обсудим с вами MadCats Strike 4. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.